Любителям жать на гашетку, любителям ярких взрывов и постоянной стрельбы. Игра The Rip. Только не надо говорить, что все любители подобных игр остались на приставках. Какой геймер не любит быстрой стрельбы? Игра так игра, не убавить, не прибавить. Хотя прорыв серьезный. Посмотрите только на эти потрясающие эффекты, реализованные программно, то есть без участия 3DFX и прочих ускорителей.